В Балди. Побег от Балди. Примерно так. А, что-то не свалилось. Есть. Я бегу. Уже пройдено более не менее много уровней. Потому что там сверху, а тут можно просто пройтись. Лайфхак! Ой, сразу появилась. Вообще, эта карта очень легкая. Квадратики, кружочки. В принципе, ничего такого сложного, как на некоторых картах. Так, возможно, снова это. Иди первый. Вот это. Значит, сюда. Чисто такая логика нелогичная, потому что тебе не надо думать. Пропусти. Ой. Вот так. Во, теперь правильно. Класс. И. Прыг, прыг. Но музычка прикольная. Чун-чун-чун-чун-чун-чун. Вот эти квадратики, кружочки, оно на самом деле легко. Хотя проигрывать я умею. Хотя этого не надо делать. А что ты стоишь? Странное какое-то. А, надо правильно. Значит, сюда. А дальше? Значит, дальше. А, дальше вот сюда. Ну, куда дальше? Теперь сюда. Ну, помогайте дальше. Да, да. Нет. Желтый никогда не был это вот. Значит, я прыгну на зеленый. Да, прикольно. А теперь сюда. Все. Все-таки. Все за мной идут. Ну, как бы логично. Ой. А, ну, значит, надо проиграть. Упала туда просто. Ну, классно, можно еще раз заново пройти. Хотя, нет, не классно. А тут просто ходить можно. А, да. Да и тут просто можно ходить. Ой. Ну, не всегда. Может, иногда. А с этого момента уже надо прыгать. Или с того. Я уже не помню. Есть. Это было легко. А вот это уже нет. На первый взгляд не очень легко. Хотя, может, я ошибаюсь. Кстати, пишите в комментариях, кто проходил эту карту. Я лично первый раз ее прохожу. И я не знаю, что будет в конце. Может, Балди меня съест. Или поставит мне двойку. Это ж Балди. От него все, что угодно можно ожидать. Как я? А как я дальше? Ладно, сделаю по-другому. Во. Вот так вот. Во! Ты мне что-то говорить будешь, красавчик? Нет? Ну, не хочешь, как хочешь. Вот
так. Дальше, дальше. Еее, победа! К сожалению, он мне ничего не говорит, поэтому мне обидно. Хотя что? Ну, кто же знал, что прыжок не нажмется очередной раз. Нет, надо было с другой стороны. С вот этой. Да, вот так вот. Вроде бы. Давай, 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 давай. Да, вот так вот. Молодец. Тут какие-то роблаксы в разном цвете. Они черные с белым. Тут лего. На карту Балди не похоже. Тут должны быть какие-то линейки там. Ну, там линейки, там указки. Сам, там голова Балди. А тут какой-то цветной радужный мир. Неправильно. Возникли проблемы, и затупил телефон, поэтому я поставила на паузу и сняла. Как-то... И реально, почему этот мир радужный? Где линейки? Где вот это все? Мир единорога какой-то. И чисто добавили голову Балди. А! Я сейчас сама их сделаю. Сколько можно? Почти... Есть. Это... И это все? То есть тут просто можно идти? Слишком легко. Для меня. Класс. Ну вот, вот прям вообще слишком легко. Тут тоже просто идти можно. Кто сказал, что просто идти нельзя? Это чисто этот лайфхак от меня. Не надо прыгать и нажимать прыжок, если он у тебя тупит. Хы, нет. Я сделаю вот так. Чисто лайфхак от меня. А, что он не работает? Что-то в первый раз сработал, а второй нет. Несправедливость. Ничего, я пройду это все равно, так или иначе. А тут, то есть, просто тоже можно... Как-то в какой-то момент работает, а в какой-то нет. Чисто так. Так, здесь ближе вот так. Здесь ближе... Ну, тут, наверное, уже надо прыгнуть. Класс. Да, это все такое. Я уже больше половины прошла. Ой. Вот так. Почему тут все такое легкое, реально? Какие-то квадратики и кружочки. Такое ощущение, как будто это... Не карта Балди, а какой-то радужный единорожки. Ну, как бы... Ой. Поняла, значит, надо по кружочкам. А внутрь можно типа прыгать, да? Кто не знал, можно прыгать в кружок. То есть не надо было даже прыгать. Бывают такие карты, что чисто так, логики нету. Наконец-то. Вот так. А тут внутрь можно прыгать?
Я на воздухе стою. Прикиньте. Класс! Воздушный шарик. Прозрачный. Удивительно, не так ли? Искусство изобретения. Вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Я... Какое приятное «ы». Тут не подряд идут цвета, хотя вообще их тут не должно быть. Тут... поняла. Поняла, кажется. Ой, а это что, рыбки? А чё они розово-серые? Рыбы розовых не бывает. Или бывают? Ну, я таких не видела. Только по интернету. И то не полностью розовых, а красных. Не бывает. И откуда у Балди рыбки? Кто мне объяснит? Хорошо, что тут можно просто ходить. Тут надо вот так вот. Ну, а вот тут уже нельзя просто ходить. Обидно. Ну, ничего. В смысле? Пацан, смотри, как надо. Ой. Значит, только там прыгнуть. А дальше можно идти, да? Только как-то даже идти у меня получается не очень хорошо. Тогда же как-то работал. Ла! Я сейчас себя пройду. Я смогу это. Да, да. В принципе, было ожидаемо. Как? Ну я же тогда как-то ходила. Хорошо. Я буду прыгать. Сами напросились. Хотите, чтобы я прыгала? Я буду прыгать. Буду... Ну как я тогда прошла? Типа, если не нажимается прыжок, то это засчитывается. Да, да. Кусочки лего. Интересно очень. Откуда у Балди кусочки лего? Она... Я хочу пройти это. И у меня уже больше, чем больше. Больше, чем больше сделано. Ой. Почему я все время вниз падаю? На третьем или на втором? На третьем, да, кубике. Ну, вот так вот нормально было. Вот. Там внизу куча голов Балди. Вау, у него есть братья. Только, к сожалению, эти братья и даже сам он ничего не говорят. И это жалко. Обидно. Мне тут скучно одно это проходить. Хотя с вашими лайками, наверное, нет. Ой. А. Больше похоже не, не на какую-то школу, а на какой-то радостный уголочек счастья. Все розовое и красивое. Цветное и радужное. Ты можешь нормально прыгнуть. Прыжок. Нажимайся! Ну, наконец-то. Так, пожалуйста, пожалуйста. Есть. Пожалуйста, допрыгни. Здесь, пожалуйста, допрыгни. Есть. А что тут надо делать?
Типа поняла. Ой, чуть не сдвинулась с места и не проиграла. А, тут чисто перепрыгнуть. А хотя, может, там можно было пройтись. А тут как? А, типа вот так. А, ну теперь поняла. Как? Я чисто в воздухе распадаюсь. Что за несправедливость? А-а-а! Ну вот я не трогаю, но я в воздухе ломаюсь. Почему? Так, вроде все нормально. Давай! А-а-а! Я ж так задолбаюсь, блин. За что? Наверное, придется поставить на паузу, когда пройду. Если честно, какая-то мистика. На камере я не прохожу, а не на камере я прохожу. А куда мне? Туда? А как? Тут что, какие-то... невидимые блоки. Но они невидимые. Как я их это вот? Их слегка так чисто видно. Так. Я на том же месте затупила. Это сложно. Сюда, потом сюда. Потом сюда. Дальше сюда. Сюда, 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 сюда и сюда. Ну, это было сложно. Там их попробуй заметь. Я даже тогда к ним не приближалась, а оно уже засчитывалось. Ой, я еле пролетела и чуть ли меня не задела уже так. А, тут надо перепрыгивать. Это вообще уже милый мир начался. А, все, я прошла так быстро. Класс. А если взять вот это? И что она эта штука делает? Непонятно. Ну что же, вот так вот я сыграла в карту Балди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте смотреть мои новые видео. До скорых встреч!